И к статистике, по коронавирусу уровень заболеваемости по-прежнему высокий. Хотя новых рекордов пока нет. За сутки COVID-19 диагностировали у 1488 человек. Госпитализировали 96, летальных случаев нет. Выздоровели 262 жителя Коми. И как предупреждает МФЦ, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом офисы «Мои документы» вынуждены перейти на обслуживание посетителей по предварительной записи. График работы не изменился, но для получения услуг нужно записаться на конкретное время. Сделать это можно по номеру телефона или на сайте.